сброс и в пиведрона. Вот моя машина была, полетела взад. Вот третья. Вот так и двигались. Ничего не осталось, все вещи. Все сгорело. Вот все, что осталось от нашего шашиндоса. Сгорел дотла. Минусы укрывались еще. Он еще дымится, блядь. Хотя почти 12 часов. Как оно все? Вот так вот. Поехали, пацаны наши. Повезли 300-го в госпиталь и не доехали. Был 1 300-й, стало 1 300-й и 2 200-х. Без рыба катаемся. Давайте, пацаны. Ебашить надо плотно. Пацаны, давайте, чтобы видос, хоть видос остался. Приїхав! Ящики не забуваємо! Принімайте ящики! Давай, давай! Сюди, су! Постав тут сюди! Ну, курорт, конечно, такий собі. Звізди 4, я думаю. У нас плен. Дай, що плен. Плен. У нас плен. Не стріляй, вилазь сюди, вилазь. Заберем його до себе. Торонто, я сафарю. Проходь сюди. Броню нахуй зніми! Стоп, стоять. Виходи туди. На виход іди і скидай броню нахуй. Ні, ніхуя. Все, пошли, вставай, пошли. А каску скинуть? Ні. Та хай буде в каски. Хай буде в каски. Іди. Все, быстріше. Сейчас мы дойдем. Ты, блядь, мавый ты. Вот, видишь? Быстрее ему. Все, иди вперед. Через прямо. Зацеплюсь за тем мастером. Это параметровый кадрик его рубили. Покажи ему, куда идти. Блядь, там далеко двери. Понял. Сейчас. Я там дым, блядь, нихуя не бачу. По 5 градусов. Это, наверное, ту посадку с пехотой утюжить. Там, где десант высадился. О, блядь, да, видно. Будни штурмовика. Вот. Роби так, как я, 3 раза в день. И шансов умерти от 20-го станет меньше. Правильно, Матя? Турне по позиціях Донбаса. З вами ваш ведучий, любимий Песто. Тут наш Арабчик. Ще Арабчик, будемо знімати короткометражку. Я зараз про огляд позицій. Не треба сміятися там. Пропусти, чоловіки. Тут чоловіки риють собі також нору. Тунель, план побігу з України. В Одесу. В Одесу? Ці чоловіки в Одесу рубляться. Що, Арабчик, тут тебе оставляємо. Зайде 95-та,
Тут ти кажеш, твої коріша в ній, так? Да? Уже по 300-го, по 200-го. Перевели з тиловухи, ебать. Первый выход, пизда. То растяжка, то еще что-то. ДШВ, нахуй, что сказать. В пуль штурмовика отправим, да? Мазепа на секунду фотку. Фотку?